Меня зовут Иванка Пилипюк, я буду сегодня модератором. Я вас приветствую на Боско онлайн-воркшопе «Карантин и новые реалии для бизнеса». Да, здравствуйте, все участники. Спасибо большое организаторам мероприятия Боско, нашим давним друзьям. Я Виктория Фоменко, партнер юридической фирмы Integritis. Добрый день. Добрый день, Ивана, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Вот, я вижу здесь, к нам присоединяется из разных стран, говорил Юрий, 26 стран. Я вижу и Эмираты, и Польша, и Швейцария. Очень активный чат. Определен, и, например, он будет распределен как дивиденды, то будет применяться ставка 9% плюс 1,5 военный сбор. Используются исключительно слитки от швейцарских аппенажных заводов на покупку, хранение, продажу физического золота в Швейцарии либо в Лихтенштейне, то есть это один таможенный союз. Ну, то есть есть миллион инструментов, по которым российские налоговики могут эту сделку оспаривать. А как, опять же, да, ограничение передвижения влияет на резидентность? Налоговые реформы, масштабы увольнения, развитие онлайн... Не добавляет этого счета, но правительство и Москвы, и федеральное приняли жесткие достаточно меры. Люди сидят по домам. В поселке, где я живу, очень много сразу появилось людей, детский смех во дворах, все ходят как на прогулку. В общем, такая ситуация, я бы сказал, предпервомайская. У нас есть время для вопросов и ответов. Дальше общение может происходить в телеграм-канале. Что будет с бизнесом, скажем, да, кто хочет ответить первым? Ну, давайте я, наверное, отвечу. Иванка, слышно меня? И я обещаю всем выслать эти две статьи. Спасибо всем спикерам, всем участникам. Вот всем спасибо. Если вы меня еще слышите и видите, мне что-то поменялось. Да, Иванка, вам тоже спасибо. Всем организаторам, спасибо. Всем участникам. Присоединяюсь. Всем хорошего вечера, будьте здоровы, а остальные все такие проблемы — это задачи.